Ребят, я обычно перед игрой даю вам установку. Но сегодня вам нужны не слова тренера. Сегодня нужна поддержка наших болельщиков. Я Артём. Меня зовут Катя. Семён. Меня зовут Арина. Мне 9 лет. 7. 10 лет. Я люблю железную дорогу и все, что с ней связано. А Локомотив паровоза. Локомотив добрая команда. Это мой родной клуб. Заболели, как папа говорит. Это наша Черкизова. Вперед, Черкизова. Ну, я называю шапку Локомотив. Нет, кепку Локомотива, я так, так серьезно болею. Скажи, кто твой любимый игрок? Гильермо. Он хороший вратарь. Фернандес. Мне он нравится, например, потому что он недавно забил гол. Чорлуке. Помогает команде, защищает. Мне нравится Виталий Денисов, я с него беру пример. Всегда борется за мяч, он всегда бегает. Ай. Потихонечку так издевается, забивает по-смешному. Миранчук. Другой Миранчук. Майкон. Он забил много голов, и он хорошо обводит всех. Если бы команда могла тебя услышать, что бы ты сказал им перед важным матчем? Вы сильная, умная, быстрая, ловкая команда. Покажите то, на что вы способны. А ну быстро! Разогрелись! Если тебе дадут пас верхний, то просто подскакивай и бей головой. Вся жизнь у вас впереди. Не слушайте никого, боритесь и выигрывайте. Удачной игры! Я верю, вы победите. Юрий Палыч! Оля-оля-оля! Оля-оля-оля! Если не попадете, ничего страшного. Мне не важно, в основном забьете, не забьете. Я болею за Локомотив.